Добрый день. День четвертый нашего путешествия. Едем на водохранилище Орликское. Место называется Орлик над Волтавой. Романтичное, красивое место. Орликское водохранилище. Слышите, какая тишина, какая красота. Это место очень красивое для приятного экологического отдыха. Модное слово экологический туризм как раз подходит для этого региона. Есть приятные путешествия, есть яхт-клубы, кемпинги. Можно взять на прокат такую лодку, можно взять на прокат яхту, можно взять на прокат катамаран. Михаил сейчас там с ними покажет. Это зона отдыха. А что самое приятное, здесь можно провести месяц отдыха дешевле, чем в подмосковном доме отдыха. Ну и еще немножко темы замка Орлик над Волтавой. Вот такой наша чешская красота. Орликское водохранилище, про которое я говорил минуту назад. Орлик над Волтавой. Дорога. Путешествуйте вместе с нами.